На Кубани и в нашем муниципалитете сегодня как никогда востребованы справедливость и внимание, что подтверждается расцветом волонтерства. Наших добровольцев отмечают на краевом уровне. Глава Славянского района Роман Синеговский вручил студенту Кубанского аграрного университета Дмитрию Донченко диплом лауреата общественной награды Краснодарского края за благотворительность и добровольчество. Благодаритель Кубани. Активные и неравнодушные ребята всегда готовы подставить свое плечо тем, кто в этом нуждается. Добровольчество по-настоящему стало для многих молодых людей и в Славянском районе образом жизни. Каждый может внести в эту благородную работу свой посильный вклад. Причем препятствием не являются даже ограниченные возможности здоровья. Пример Дмитрия Донченко – убедительное тому свидетельство. Меня пригласили в Анапу, я занимался там волонтерской деятельностью. Собирались люди с ограниченными возможностями. То есть каждый рассказывал о том, как он живет, что он делает. И неважно то, что у него какие-то проблемы со здоровьем. То есть основная моя задача, для себя я поставил цель, что я должен узнать, как живут люди с ограниченными возможностями. Дмитрий на собственном примере хочет показать людям с ограничениями по здоровью, что не стоит опускать руки, что в жизни всегда есть надежда и возможности для развития. Я хочу показать именно то, что жизнь не заканчивается на том, что если у человека какие-то проблемы со здоровьем. Самая основная моя задача – это сейчас я открываю платформу, называется «Медиатрек», где я буду рассказывать о том, как живут люди с ограниченным, то есть здоровьем, как они двигаются, что они делают, получается ли у них это. И буду рассказывать о себе, то есть как я этого добиваюсь, получается ли это у меня все. То есть мы будем объединяться и создавать такую здоровую организацию, то есть где мы можем просто позвонить друг другу и собраться, встретиться, рассказать друг о друге. Активную жизненную позицию волонтера всецело поддерживают в управлении по делам молодежи Славянского района. Дмитрий у нас занимается мотивационным волонтерством. Для того, чтобы людей поддержать, у которых опускаются руки в связи с ограничениями возможностей здоровья, мотивирует их к дальнейшей жизни. И это очень, очень похвально, очень поощряется, конечно, на всех уровнях. Мы поддержим таких ребят, взаимодействуем, привлекаем и будем привлекать к активной волонтерской деятельности. У ребят очень много различных проектов, идей. Так получается, что у них больше, конечно, свободного времени. И ребята очень отрадно, что это свободное время они направляют в нужное русло. Развиваются, занимаются самообразованием, занимаются помощью другим людям. Вклад в развитие и популяризацию благотворительности и добровольчества Кубани Дмитрия Донченко, отмеченный дипломом, служит хорошим стимулом для дальнейшей деятельности славянского волонтера. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».